Ну что, получается финалочка сегодня? Блин, я надеялся, ну, их как-то до стрима листа вот так вот, спидраном, посмотрел, сколько там осталось. Я думал, еще на пятницу-субботу хватит, но, видимо, ластовая. Ну ничего, через полгода еще один эпизод будет. Так что, думаю, сейчас это последнее, так сказать, включение. Ну, естественно, до следующей четвертого эпизода. Да, все. Блять. Мы остановились на том, что пионер comeback. Ну, comeback. Понеслась. Ну чего не ходим без соплей? У-ху! Блять, этот черт еще не помер, что ли? Его код почти уничтожен. Выдал шутер за моей спиной, вновь призвав консоль и вглядываясь в светящиеся прозрачные буквы цифры. Он очень и очень слаб. Да. Поражение мое неизбежно. Ну так угасни уже. Дэн было сорвался с места, не наперевес трубой, но тут же был отброшен на исходную, приняв на себя удар каким-то матричным шаром, выпущенным пионером. Бля. Интересный способ использования физического матричной энергии кода. Матричной энергии. Как видишь, этим можно не только барьеры ставить, но и атаковать. Возьми на заметку. Я слегка задумался, переварив услышанное. И не я один. Хайт, стоящий рядом, тоже прищурился, видимо, прогоняя в голове смысл сказанной пионером фразы. Странно. Я тоже об этом подумал. И что это значит? Спросил я уже пионера. А разве не очевидно? У меня было достаточно времени, пока вывозить со Славию, чтобы подумать о... Так. Никто не поверит, если ты вдруг решил исправиться. Не об этом речь. Просто понимаешь, когда ты лежишь на льду и угасаешь, чувствуя каждым нервом, как твой код стирается, то начинаешь думать о всяких вещах. По типу того, что каким бы ты ни был популярным, любимым или же попросту визитной карточкой персонажа, ты все равно рано или поздно просто исчезнешь. Это неизбежно. Мое время пришло еще в тот момент, в тот раз. Я пытался вернуться, но безуспешно. Моя история закончена, и сколько ни пытайся ее реанимировать, выйдет только посмешище. И речь не только обо мне. В общем-то, вы тоже не исключение. Ваша история тоже закончится. Вы тоже исчезнете и будете забыты. Кто-то в конце этой истории, кто-то чуть позже. Но так или иначе, все мы персонажи выдуманы. Еще истории исчезнем рано или поздно. Блять, волос, как? Но мы нихуя не персонажи, если что. Исчезать не собираемся. Учишайся этим сколько хочешь. Ну пошёл, ну реально, ну ебаный сыр, блять. Понимаешь, что если за... монитором сейчас сидит вот такой вот чувак и читает реплики. И, возможно, не он один. Погоди. Ты вообще с чего решил? Блядь. Там Хайд Схват эту шляпу читал. Ёбаный сыр. Что уж тут говорить. Ты, в общем... Ты вообще с чего решил нам тут вдруг исповедоваться? Очевидно. Я проиграл эту битву. Как и прошлую нашу с тобой, Симон. Я осознал, признаю свое поражение. Но... Что оно? Но это не значит, что я сдамся, не сказав последнего слова. Лучше скажи нам. А, точно. Там же главный злодей какой-то есть. Кто за всем этим стоит и как нам до него добраться? Он сам придет. У него совсем скоро не будет выбора. О чем ты? Ты поймешь позже. А сейчас я хочу отомстить. Сейчас у меня еще есть силы на последний удар. Он что-то готовит. Будьте начеку. Удар в самое сердце. На поражение. Черт, мы забыли про... Хайд. Но кибер-ниндзя пронесся мимо Хайда, практически в упор, полностью игнорируя его. Прекратите. Раздавшийся как гром среди ясного неба, голос заставил меня прийти в себя и как минимум заставил меня начать думать о том, что сейчас вообще происходит. Но не то чтобы сдался или смирился с тем, что тубица летит ко мне, готовясь вспомнить мою тушку. Само сердце? Серьезно, пашка? Пашок — это не самое сердце.
Наша команда. У нас вообще, блядь, в этой команде нет сердца. Вон, Эмми, нахуй, потеряли там. Вот это было сердце. Вот это. Добрый человечек. Бедняжка. Да? Просто у меня уже не осталось сил после всего, что было. Даже не... Даже на то, чтобы как-то внятно... Просто у меня уже не осталось сил после всего, что было. Даже на то, чтобы как-то внятно на это среагировать. Чтобы о чем-то думать. Но ее голос... Что она вообще здесь делает? Пожалуйста, остановитесь. Ну, бля, ну типа... Конечно, без обид Пашку, без обид. Без обид Пашку, но... Бля. Охуй. Типа, ну, добавили вот этой драматичной линии. Типа, а, самопожертвование, все. Сейчас Пашек будет плакать. И все, пиздец. У Данечка тоже ёбнут тянку, блин, я не помню с кем, он же вроде с Женей, блядь. Так вот, духи, ну, Женя не думаю, что поставится. Что? А, мы против Жени вообще файтились, ёбаный сыр. Вроде, блядь, все, я уже ничего не помню. Ладно. Что? Что сейчас? Я не понимаю. Я протер лицо, покрытое горячими брызгами, все еще прокручивая в голове то, что сейчас произошло, пытаясь избавиться от мути в глазах и звука стали режущего плоть, что звенело в ушах. Не, ну типа беда в том, что, бля, столько контента добавили, что я не успеваю за всем следить, за упоминанием, блядь, Варварика, вот этот весь, что, вот этот пальцы славяный, блядь, который шел целую вечность. Пизда, вот файт с пионером, потом файт с Лэн, теперь файт снова с пионером, ну ёбаный в рот, оно не заканчивается. И вместе с этим медленно опускай глаза вниз. Сай... Бля, вот Сайори ты нарисовал. Это арт. А Эмми, блядь, нет, Эмми просто ушла вдаль. Сайори. Тогда откуда ты знаешь мое имя? Да мне помню. Хе-хе, если ты умер, тогда мы в раю, а я получается твою. Хе-хе, блин, хуйня. Паш? Да? Это не моя книга. Совсем не та. Не хочешь потанцевать? Я думаю, что нет. И дело не в том, что не хочу. Хочу, но... Не умею совсем еще. Стесняюсь. У всех на виду. И боюсь облажаться. Да? Я встал с места в очередной раз, поправив ворот рубашки. Давай лажать вместе. Только и сказал я, протягивая сидящей передо мной Сайори руку. Ну, какая разница, кто и что подумает. Важно же то, что мы будем чувствовать, верно? Пускай даже если это будет ошибкой, давай ее совершим. Она замялась, начав бегать по площади взглядом, словно ища подсказки к ответу, но не найдя, подняла на меня взгляд. А? Давай. Ну ты ведь позвал меня по-настоящему, да? То есть, ну в смысле, кому вообще интересны мои книжки? Мне уже страшно даже просто думать об этом. Страшно, что реальность другая. С тобой я почему-то не думаю об этом. Мне просто лучше... Теперь я глупая и маленькая, и с книжками свое печенье еще это и я. А ты большое, а я маленькая. Ты не против? Нет, мне хорошо. Я лишь молча улыбнусь, смотря в небо, в котором проскользнула падающая звезда. Я никогда не успеваю загадать желание. Я тоже. Постоянно начинаю думать, чего я хочу. Да, я тоже думаю постоянно. Но сегодня я успела и даже не думала. Правда? Да, и я надеюсь, желание и правда исполнится. Жаль, что ты не успел. Произнесла она как-то грустно. Успел. Правда? Просев, мгновение поняла она на меня личико с блестящей улыбкой. Да. Да. Значит... Ну, пошок. Ну, хули делать.
ни одному Васину страдать. Или ты типа сам такой решил, так, Вася, у тебя Эми ёбнули, давай так, чтобы ты в одиночку, блядь, не душился, давай, блядь, тянку тоже снимем. Будет такой драматичный момент. Я... Что ты, блядь? Кто ты? Я... Сейчас будет. Я тебя захуярю, сука. А? Справедливо. Прогремеешь, взрыв разбросал Пашкаймику в разные стороны, а нас, стоящих в стороне, ударная волна заставила попятиться кого-то и вовсе присесть на задницу. Блять, у него что там, какой-то разрывной кулак, что ли? Что это было? Последнее, что я заметил, это как Мека попыталась прикрыться стендом. Так и есть. Каким-то образом Паша смог пробить ее защитное поле, отчего и произошел этот хлопок. Он кулачком пробил ее стенд? Кулаком, блядь. Скорее всего, энергии у стенда было слишком мало, чтобы барьер Мику сработал как надо. Поэтому Паше удалось пройти сквозь него, тем самым разорвав его и вызвав разрыв, что и привел к выбросу скопившейся энергии внутри, заставив его хлопнуть. Ясно, короче. Не став даже вникать в полученную информацию, я встал на ноги, прочистив уши пальцами, в надежде избавиться от звона в них. Чуть поодаль по правую руку Пашок приподнялся на руках, встряхнул головой, а я же подошел ближе к девушке, что лежала недалеко от нас в кубах тумана. Бродяга. А, это, я думал, он другой подошел. Есть слабый пульс, констатировал я, присев над ней и приложив к шее пальцы. Очень слабый, едва улавливаю, но она жива. Вот и все. Аура вокруг пионера сошла на нет, и он чуть пошатнулся. Урод! Бить по близким и людям из окружения, когда не можешь достойно дать отпор врагу, это самый ублюдский поступок. У тебя нет чести, нет совести, нет члена, нет яиц. А у тебя есть? Есть! Кого-нибудь из вас. Да и вообще, в вашем реальном мире. Вы только способны, чтобы быть честными, смелыми и благородными. Лишь перед экраном или в компании близких друзьяшек, когда вас самих это не касается. Но стоит вам оказаться в ситуации, и вы превращаетесь... Не, ну по факту да. Блять, я говорю, по факту ситуации я бы там перестрал знатно. Вы превращаетесь в лицевое... Вы превращаетесь в олицетворение подлости, коварства, предательства, бесчестия. Не, ну по факту, да. Не, ну... Не все, может быть, но... Что-то в его словах есть. Честь умерла вместе с эпохой, в которой ее понятия зародились. Это бойня, война, и здесь нет никакой чести. И в вас, и во мне нет никакой чести, и не было. Никогда. Да и честь и благородство – это удел слабых. Силен тот, кто способен на коварство, подлость и предательство. Тот, кто способен ударить в спину без малейшего колебания. Такова реальность. Но это место не... Вы принесли с собой правила своей реальности, как и каждый, кто попал сюда из других времен, миров и вселенных. Поэтому пожинайте плоды блага и достоинства собственного мира, даже будучи не в его пределах. Как и Славя пала от недостатков, заложенных в реальности ее воплощения, так и вы будете страдать от недостатков вашего мира. Но да хватит рассуждений. Пора заканчивать с вами. Да блять, я думал, ты все уже откинулся. Ну, дядь, ну пора уже. Заебал пырхаться. Я вперед становясь напротив него, сжимая и разжимая кулаки. Василий! Лови кинжалы! Раздался за спины вместе с быстрыми шагами, и я обернулся, увидев подбегающего Дениса, что на ходу бросил мне покореженную и плачущую трещинами и осколками мощнику. Блять, а где мои кинжалы? Поймав винтовку, я оглядел ее и выдернул гильзу, застрявшую в затворе, и проверив патронник, в котором осталась последняя пуля.
Вновь обернулся к пионеру. Давай покончим с этим. Вокруг него вновь загорелась аура, а туман вокруг нас сгустился пуще прежнего. Я признал поражение, но даже забитая собака будет кусаться до последней капли жизни в теле. Не сравнивай себя с собаками, Христа ради, для них это оскорбление. Пусть по-твоему. Умри! Под знатный чугунный звон тело пионера, дымом распустив ауру по округе, рухнул на асфальт. Мариночка? С добрым утром. Он ошарашенно, блядь. Я не помню, это кто, блядь, это кто? Она ошарашенно оглядывала собравшихся, сжимая в руках сковородку. Что тут происходит? Хороший вопрос, позвольте вам все объяснить. Шутер, И вообще, девушек уведите куда-нибудь к пирсу. Нам надо поставить точку. Понял, принял. Спасибо за помощь, Марин. Блять, просто я уже немного запутался. И... Она вообще с этого мода нет? Типа, я ее помню, да, ну, блядь. А, да, все, блядь, я вспомнил. Все. А сейчас идите к ребятам туда. И ушки с глазками прикройте. Натянуто улыбнулся ей я, пройдя мимо и направляясь к телу пионера. Что она тут делает вообще? Что это было, блядь, за вкип? Ебать у меня фейс. Остановившись, у которого, чуть поразмыслив и собравшись с духом, скинул винтовку, метя в голову бессознательному. Стой! Окликнул в последний момент меня Пашок, подходя ближе, шоркая ногами по асфальту. Дай мне. Зачем? Я убью ее за мою любимую девочку. Я вдруг такая инициатива. Веришь, что тебе это надо? Он убил Сайо. Теоретически не он, но... Кончай, дурой мается. Дай мне чертову винтовку и все. Тобой ненависть движет. И это ничем хорошим не кончится. Если позволишь ей тобой владеть. Уф, какие фразы, ебанусы. Ты знал эту девчонку пару дней. Ее смерть не самая веская причина стать убийцей. Ай, блин, ебаный. Ты хочешь отнять жизнь у человека, а это страшнее и сложнее, чем ты думаешь. Он не человек, он нарисованный персонаж. И Сайори тоже лишь картинки. Так что это равносильно. А значит, не стоит того, чтобы терять человечность. Заткнись! Я просто хочу, чтобы ты понял. Я сказал, заткнись! Мне не нужны твои рассуждения и нравоучения. Я ничему тебя не учу. Я стараюсь помочь тебе не совершать ошибку. Засунь в жопу себе свою помощь и дай мне чертову винтовку, ладно? А если не дам? Не зли меня. Еще не на пределе? Ты заебал меня, Хай. Заебу, коня родишь. Ты понимаешь, придурок, что выстрел упор в голову, да еще и с винтовки такого калибра, это то еще зрелище. И эта картина у тебя в башке твоей тупой, но очень и очень долго осядет. А ты у нас и так перекрытый наглухо, дурачок. Так что подумай хорошо. Оно тебе надо? Почему ты такой пидор, а? Хули ты, сука, до меня доебался? Какие нахуй уверен-неуверен? Ты что за хуйню вечно городишь-то, блядь? Нихуя же тебе понять невозможно. Тебе трудно просто дать мне мосинку кусок правильного ты дерьма и съебаться нахуй отсюда, чтобы я сделал то, что хочу? А тебе трудно на вопрос ответить, истеричка ебаная? Так трудно сказать да или нет? Блядь. Да пизделся, блин. Блять, вроде есть, вроде нет, хуй его знает. И нехуй на меня выебываться. Не забывай, что ствол у меня в руках. Вот и имена, блять. Так что подзавали ебало и отвечай на конкретно поставленный вопрос. Ты уверен, что хочешь это сделать? Просто отдай мне винтовку. Тихо проговорил он, шумно выдыхая. Ясно. Жри!
Я швырнул ему Мосинку и отвернулся, сразу встретившись взглядом с ребятами, которые, проигнорировав указ об отходе, проигнорировав указ об отходе на пирс, стали здесь в качестве зрителей, пронаблюдав и выслушав весь этот спектакль. «Все нормально?» — поинтересовался Иван, когда я подошел ближе. «Со мной?» «Да». «А что за сюр вообще?» «Да не понимаю я». За спиной раздался выстрел, после чего, лязгнув металл, винтовка выпала из рук Пашка, а сам же он, отойдя от тела с простреленной головой, осел на земле рядом, прикрыв лицо руками. «Ой, бля, Пашок, ну ебаный ты сырник!» «Сука, ведет себя реально в некоторые моменты, как очень, я понимаю, конечно, ярость, вся хуйня, ну, бля, чувак. Я ебну. Знаешь, ее пару дней, она нереально, все, блядь. Не, ну, блядь, с другой стороны, блядь, если бы, вот я по в такую же ситуацию, не, блядь, ну хуй знает, и, блядь. Не, ладно, не, все в пизду, я не буду, возможно, я тоже такой, блядь, я его разъебну, что ли, в таком духе. Я его уничтожу, сгною нахуй, что ли. Ну, хз. Просто реально представил такой, блядь, если бы я попал туда, то, ну, только я, допустим, реального человека представил, который там не был когда-то безразличен, такой, ладно, я останусь в нейтралитете, не буду никого поддерживать. Что именно не понимаешь? А ты, откуда такая привязанность к этим спрайтам у них обоих взялась? Это в базе игры заложено. Здесь все эти любовно-романтические эмоции и чувства гиперболизированы. Как много умных слов. Привязанности и прочее гиперболизированы. Я его еще испер... Ладно, все. Привязанности и прочее нарастают вам многократ быстрее, чем в реале. И бьют по мозгам сильнее. Это фишка совет. Короче, рейты подкручены на X5. Типа того. Поганое местечко, однако. Ладно, хер с ним. И вправду, тут другая тема на горизонте назревает. Ну вот именно, типа, что с вами делать, что с нами делать? День, утречка выдалась, так скажем, не очень. Неплохо было и поспать пойти. В смысле? Ну в прямом. Бой выигран. Рано магическим образом зажили. Можно и гульнуть, прежде чем домой валить. Вот это здравая мысль. Опа, это чё? Оно самое, я так понимаю. Да, пульс. Советую прилечь. Сказал я, ложась на спину, подложив под голову руки. Что же? Уф. Видимо, наш досуг в лагере отменяется. В смысле? Вообще-то, ты нам обещал человый отдых, если мы Хайту поможем. Так. Так-то есть... так. То есть, вас шутит сюда заманивал пионерскими, пионерочками и флексами? А вы не сами рванули на помощь товарищу? Ну... Ну, понятно. Ну, а хули как бы, действительно. Действительно, а хули, о чем я говорю? Нет, ты погоди, а тема не отходи. В смысле домой? Во время пульса, который сейчас нарастает, открывается червоточина. Благодаря ней я сюда и попал, пионер. А лагерь напитался его энергией, что и позволил существовать стендом. Собственно, благодаря чему я и мог обеспечить наше нахождение здесь. Теперь же, когда пионер мертв, а грядущий всплеск очистит лагерь от его энергии, мы тоже, как сторонний элемент, завязанный этой энергией, вернемся обратно туда, откуда пришли. Блять, шутер, ты сейчас меня очень сильно расстроил. Ну, блин, на самом деле было бы неплохо дофлексить вот все эти вот старые компании, но, блин, пошел сейчас. Не в состоянии флекса. Аля. Я хочу со старой компанией пофлексить, они веселее. От меня тут ничего не зависит, Симон. Я думаю, у нас будет побольше времени, и мы
и мы все сможем хорошенько отдохнуть. Все сможем хорошенько отдохнуть. Но не срослось. Да и хуй с ним, с этим совенком. Меня Тян дома ждет. Котлетки с макарошками, мягкий диванчик, яйцо на большом телеке, с обнимашками под пледиком. Только не дави на больное. Мне, по сути, тут вообще ловить нечего. А мне пиво ждет, не дождется. Вот, вот. Ну, это уже завтра. Убнулся шутер, аналогично мне уже с асфальт. Заткнитесь оба, счастливчики первые. Все в компании улеглись, едва уговорив то же самое сделать и Марину, которая все еще никак не могла выпустить из рук чугунную сковородку. Спасибо, парни. Из вас бы точно борода была бы. Да не вопрос. Мы же друзья. Но, сука, за что Чил обломал... За то, что Чил обломался. Обида. Ну да, блин. Надеюсь, мы тоже скоро отсюда выберемся. А там уже можно будет собраться с старой командой и отметить. О, да. Тут плюс-плюс. Не забывай, что мы из другой реальности. Бля. Ну да, точно. Как-то ты грустно это сказал. Вы в вашей реальности, я уже мертв. Так что вряд ли поймешь, о чем я. Эти 5 лет много изменили. Или типа того. Улыбнулся я небу. Блядь, нихуя там, наверное, писк. Я убавлю. А, все, он сам вырубился, нормально. Улыбнулся ей. Да. Я понял. Улыбнулся я небу затянутым черными тучами и языками молнии. Но так или иначе, с тобой мы еще на связи. Браслеты еще целые? Ага. Ну вот, от пульса к пульсу на связи. Ну да. Рад ли что, что осталось по фигне? Найти портал к червоточине, дать людей, наверное, люлей глав гаду и попасть домой. Действительно, как прилечу, начну заниматься поиском пути на АЗ. Да ебаный сыр. Но сначала как следует отдохнуть. Да. Снять стресс и разочарование. Пожрать и поспать как следует. Просто лежать на пляже и все. А ты куда собрался, Денчик, бля? А лучше в медпункте, на кроватке под присмотром Виолетты. Ну, кто что, а я напьюсь. Вот, вот. Сейчас жахнет, кажись. Сейчас я жахну, кажись. Ага. Прощаемся. Ну, хз, никогда не знаешь, как карта ляжет. Блин, даже вот это прощание печально. Такое добро-позитивно-печальное. Да, блядь, это пизг заебало. Прощаться это для сентиментальных. Мы же просто шлем нахуй, пожелав всего хорошего. Ха, и то, ну бля, кстати, хорошая идея. Еще раз спасибо, парни. Иди нахуй, и всего наилучшего. Блядь, вот это мои парни. Чувствую, ладно, хай, это парни, блядь, мои. Ты кто я такой для них? Ладно. Это у меня до сих пор писк в ушах теперь из-за этого. Ну, стрим черного экрана. Знание неохотно возвращалось в тело, подгоняемое залетающими в уши звуками букашек, птичек, речки и ветра, что гуляло по округе, неприятно ощущаясь в пояснице, прижатой к асфальту. Изменения в окружении, помимо звуков, явно ощущались благодаря солнышку, усердно жарящему зенки сквозь сомкнутые веки, оставляя абсолютно ноль желания продолжать лежать и греться под его лучами. Ах, черт! Мысленно простонал я, приподнимаюсь. Блядь, наконец-то беззаботный будни, я то занимаюсь, блядь. И вот мы снова здесь. Побубнил я, сидя на месте, разминая его. Это бухать, веселиться, ура! Мы заслужили. Мы заслужили побухать и повеселиться, а то, блядь, что-то флексом уже давно не пахло. Побубнил я, сидя на месте, разминая шею и плечи. Все, новый день, новая жизнь. Раздалось по боку, где Денис поднялся на руках, озирая округу сонным взглядом. Типа. Только и выдал я, поднявшись на ноги, еще раз оглядываясь. Погоди. Я вот тоже задумался. Че мы тут забыли? Хз. МБ телепортнуло? Ладно, пофиг. Пошок, ты там живой? Тот не ответил, молча приподнявшись и сев на месте, после вставая на ноги. Живой. Не знаю, как вы, я устал, хочу кушать и таблеток вкусных. Я тебе дам таблеток вкусных, а то тело все болит и ноет. А? Есть такое. Так,
А где Ульянка с Маринкой? А вот этого я не знаю. Пу-пу-пу. Ладно, погнали на площадь, поглядим, есть ли какие последствия на тела. А там в медпункт сразу. Надо себя в норму привести. Да, ВО проведем. Да, расскажем, что у нас за флекс был, пока она спала. Звучит как план. Ну, двинули тогда. Да, это не тот флекс. Я хотел другой флекс. С алкоголем. И как только мы вышли на площадь, то моментально замерли на месте. Ох, не нравится мне это. Чё там? Город будущего? Типа вот это... Телебашня? Они с неё охуевают? Это просто мы на концовку выходим, или же нас в другой лагерь засосало? Думаешь, это СС? Не, в СС стандартный фон без башни. А, ну да. По ушам мне приятно резанул шипение граммофона, заставив нас троих помочь-то. Это еще что? И несмотря на все, вы еще... И несмотря на все, вы еще живы. Живы, хотя должны были занять место тех, кто остался в тумане. Что же? Поздравляю, вы добились своего. Почти. Не стану тянуть и скажу прямо. У вас есть только одна возможность закончить все это и вернуться домой. И эта возможность ждет вас в башне. Ровно как и я жду вас здесь. Блять, это что, данж какой-то? Нужно, блядь, добраться до верха башни, блядь, с опасными мобами? Я тот человек в плаще и шляпе, которого вы так усердно искали. Это я затащил вас сюда. Именно я пытался убить вас всех. И я жду вас на вершине башни. Хватит ли наглости и смелости явиться ко мне? Посмотрим. Пришло время встретиться лицом к лицу. На мгновение после скрипучего писка граммофона, оборвавшего вещание, мы сами затихли, пытаясь понять, что сейчас произошло. Башня, значит. Этот ублюдок за все в ответе. В ответе за смерть Сайори. Послание, признание, вершина башни. Данж последнего... Ну, я же говорю, данж. Данж последнего босса, получается. Получается. Надеюсь, броню из дракона дадут в конце. И что будем делать? А сам как думаешь? Нам пора возвращаться домой. Блядь, а как же флекс? Давайте пофлексим сначала. Типа, блядь, ну реально отдохнем. Да, я... Сука. Я думал, тут хотя бы... На час, на минут 40 осталось, сука. Игорь, я думал, тут на час, на минут 40 хотя бы осталось. Ёбаный сыр, я это, ну, как-то... Ну, постараться и вчера дочитать, что ли. Кто его знает. Ну, я говорю, я думаю, у нас мы пофлексим немножко, а потом уже таким, ну что, погнали, блядь, на босса, блядь, ебаный рот, вот так вот как-то. Сука, ну я говорю, если пошел больше своего клича вот этого, не будете сдавать, то все, персонаж, блядь, тупо юзлис, нахуй, он ничего не сможет. Это его фишка вся, вот этот боевой клич. А так, ждем ласт эпизод, получается. Ждем. Блять, это ж еще теперь где-то полгода ждать. Печально. Ну а что делать? И вот каждый раз, когда хач это выпускает, блять, я включаю, ну, что, и заканчивается, такой, блять, это ж теперь ждать еще столько. Лучше это продухи. Ну ладно. Тем не менее. Бля, ну не, на самом деле, скажу так, некоторые моменты, да, были душноваты, блядь, там все пиздец, ой, некоторые, блядь, на слезу пробивали смерть Эми, Хайт вообще с Ульянкой чуть ли там, короче, не влюбленность, вот это все, ну, короче, блядь, типа на Сайори, ну, блядь, без обид, по школу, типа на Сайори, ну, блядь, как-то поебать, ну, блядь, честно, ну, блядь, я, конечно, понимаю весь эффект, вот этого момента, там, шу-шу, но, бля, я не знаю, не, что-то не цепляет, я, вон, на смерти Эми больше слезу пустил, эмоции выдавил. А Сайори, ну, блядь, ну, хули, Эми там, блядь, настолько сейл, у нас такой контакт, мы, блядь, узнали ее историю, там, всю шу-шу-шу, досконально, блядь, изучили, а тут, блядь,
Я не помню даже, блядь, что с этой Сайори, блядь, был. У меня, блядь, даже корейцу и то больше чувств было, чем к ней. Как-то без обид. Пошел без обид. Ну что я могу сказать? Вышло годно. Ну, я говорю, опять же, были моменты, там, как всегда, ошибки в тексте, вот эти, за которых сидишь такой ММ. Ну и, естественно, иногда я сам, блядь, по своей тупости сидел Вот как ебон, да. Ну и некоторые ошибки, то, что когда читаешь, блядь, там у тебя ускакивает этот экран смерти. Тоже такое себе. Ну, типа, читать можно. Ну, знаете, посмотрим, что будет в четвертом эпизоде. А я пока прощаюсь. Да спать пойду. Не, нихуя, мне еще на работу пиздовать. Круто. Прощаюсь, хуй знает насколько. Будем ждать. Всей китовщины будем ждать. Пока-пока получится.